Торжественным военным маршем на Шымкентском вокзале встречают ветеранов. На уставших лицах фронтовиков большая радость. У каждого в руках фотография. Память о торжествах, которые были организованы для победителей в Астане. Спасибо всем за праздник, за любовь и заботу. Мы ее ощущаем постоянно. Астана нас приняла тепло. Кто думал, что через 70 лет мы будем участвовать в параде? Мощь нашего государства в единстве. Поэтому мы завещаем, чтобы вы сохранили мир. Социальные работники, которые сопровождали ветеранов, говорят, что наши аксакалы активно участвовали во всех мероприятиях. Ни один из них не воспользовался помощью медработников. Если учесть, что им за 90, то бодрости духа им не занимать, уверяют чиновники. В группе были кардиологи, невропатологи. До поездки каждый из ветеранов был под наблюдением. В Астане никто не жаловался на плохое самочувствие. Все они были в приподнятом настроении, шутили, пели и даже танцевали. По словам специалиста, каждому ветерану и труженику тыла были вручены сертификаты на сумму 150 тысяч тенге от Национального фонда «Самурык-Казына». Шинар Уразова, Антон Семенов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».